что делать, если ваш сын гей. Существуют различные взгляды на гомосексуализм, как среди ученых, так и обычных людей. Одни считают это отклонением от нормы и даже болезнью, другие – лишь проявлением личных особенностей того или иного человека. Многим, кто узнал о том, что их родственник – гей, приходится формировать собственное мнение. Когда подросток заявляет, что он гей, прежде всего, необходимо понять, правильно ли родители поняли своего сына. Если молодой человек еще молод и не имеет в силу понятных причин достаточного опыта, возможно, его просто терзают сомнения, а может быть и так, что он преследовал цель шокировать родителей. В возрасте 13-15 лет психика еще формируется, причем подросток иногда не в силах самостоятельно разобраться в своих желаниях и мыслях. Особенно важным в этот период для родителей является сохранение психологического комфорта в семье, чтобы ребенок с любыми вопросами и проблемами мог обратиться к старшим членам семьи. Поэтому необходимо постараться спокойно отреагировать на эту новость. В противном случае в следующий раз ребенок просто не будет сообщать родителям о каких-либо изменениях в своей жизни из-за боязни вызвать неадекватную реакцию. Вместо того, чтобы читать нотации, стараясь промыть мозги отпрыску, лучше постараться его расспросить, почему он считает, что стал геем. Есть ли у него уже опыт или его просто это интересует, а также понять, чем может быть вызван подобный интерес. Нередко, в юном возрасте подростки могут намеренно или спонтанно шокировать окружающих подобными заявлениями, хотя в действительности они довольно далеки от того, чтобы менять традиционную сексуальную ориентацию. Если в ходе беседы с сыном выясняется, что он лишь хочет быть геем, а родители настроены категорически против, можно попробовать несколько вариантов. В подобных случаях может быть очень полезна помощь психолога, а специалисту можно сходить как по отдельности, так и вместе с сыном. Никто не может гарантировать, что вылечит от гомосексуализма, но психолог может помочь подростку разобраться в себе, решить имеющиеся психологические проблемы или нащупать болезненные места в подсознании. И тогда ребенок, который еще недавно заявлял, что он гей, может осознать, что вовсе им не является. Постараться понять и принять. В том случае, когда о своей нетрадиционной ориентации сообщает человек более старшего возраста, с уже сложившейся жизнью, родителям. Может быть еще и сложнее принять это, ведь многим довольно непросто, рассказывая, например, о своих детях на работе, сказать «мой сын гей». Тем не менее, стоит постараться сначала сосредоточиться на том, что сын сам пришел и рассказал об этом. Значит, он не хочет скрывать сей факт от родителей, надеясь на их понимание. Родителям вполне можно попросить некоторое время, чтобы принять эти сведения, возможно, для некоторых это может стать стрессом. Особенно остро могут отреагировать те родители, которые надеялись в скором времени обзавестись внуками. Особым образом дело обстоит, если родители узнали о том, что их сын гей от посторонних людей. Или, например, увидели его в окружении и обстоятельствах, которые можно истолковать лишь одним образом. И в этом случае стоит переждать, пока первое впечатление, а может быть и гнев, и разочарование, или стресс, вызванный переживаниями, утихнут. Затем стоит постараться откровенно поговорить со своим сыном о том, насколько его выбор является осознанным, а также как он видит свою дальнейшую жизнь.